Дорогие Андрей и Ирина, от родителей хотим в этот день сказать вам все самые светлые, самые добрые слова. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего, чтобы все у вас в жизни сложилось так, как вы этого хотите, так, как вы этого заслуживаете. Всего самого светлого и самого доброго. Счастья вам. Любите друг друга, жалейте друг друга. Мы вам желаем всего самого хорошего. Спасибо. Хотим пожелать вам, так как Андрей сейчас некоторое время отсутствует, хотим пожелать тебе. Самое главное в жизни – это любовь, которая у вас есть, которую вы должны сохранить, которую должны пронести по всей своей жизни. Немножко терпения, потому что мы, женщины, должны это делать. Мы должны им уступать. Как бы мы этого не хотели, но нам приходится это делать. Ну, а также уважение к родителям, любви от них, помощи. Вы им, они вам, взаимопонимание. Ну, я думаю, вся наша любовь в этом зале принадлежит сегодня только тебе. За тебя. Дорогая Ирочка, дорогой Андрей, от нашей семьи, даже недавно, как молодой, хочу пожелать нам, да, счастья, чтобы каждый день мы проживали, как будто вот только-только встретились, только-только влюбились. Чтобы это чувство пронесли через всю свою жизнь. И смогли ее сохранить. Конечно, это труд. И нелегкий труд. Но это того стоит. За ваше счастье, за вашу любовь. Ребята, вы молодцы, счастья вам, любви. Андрюшка, конечно, куда мы едем? Андрюш, большое спасибо, что пригласил нас, очень нам приятно. Ты знаешь, как я отношусь хорошо, к Иришке тоже. Хочу маленькую-маленькую историю рассказать, совсем маленькую, никого не задержу. Помню, как просто познакомились мы, в смысле с Иришкой, как пришел на Бауманскую станцию метро Андрей с Ириной. Как мы пошли в пиццерию. Я тогда понял еще, смотря на их милые лица. Я тоже вспомнила. Да, на милые лица их смотрел и знал, что не обязательно все у вас будет хорошо. Вот с таким же позитивом, вот плывите на своем корабле, на том, который вы себе создали. Рай, по-моему, назывался, да? Вот всю жизнь у вас был только рай. Пусть маленькая частичка нашего вот от Нинки подарка вот будет вам огромным подарком. Рай. Спасибо. Удачи вам. Большой, поместился ты моторчиком вот с этим. Дорогие Ирина и Андрей, нет ничего прекрасней любви, в ней нежность и забота друг о друге. Сегодня соединили вы не только руки, соединили вы сердца свои. За вас так рады близкие, друзья, любуются все парою красивой, благополучной, любящей, счастливой. Пусть будет ваша дружная семья. Мы хотим поздравить вас, пожелать вам любви, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Ну, это маленький кирпич в построении вашей новой жизни. Ура! Горько! 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 Говорить они умеют, а мы же тебе с этим же день скажу. Спасибо большое, что вы оказались на этом празднике. Ириша, очень правда хорошая, озерчика живого. Правда, в Твольце я видела подругу. Хотя мы знаем с тобой всего друг друга полгода. Ну, ребята, вступайте главное друг к другу. Все будет хорошо. Да, это я могу говорить. Все будет хорошо. Вступайте. Всем благ вам. Самое главное, чтобы вы друг другу доверяли и уважали. И поздравляю вас с таким знаменательным днем. Желаю тебе всего самого лучшего, Андрею. Желаю заботиться и любить свою жену. Ира, ты тоже люби своего мужа. И хочу вам прочитать такие замечательные стихи. Любящих сердец союз, шумно скрепляет свадьба. Самых сильных брачных уз вам стремятся пожелать все вам. И еще добра и мира, и больших житейских благ, чтобы удача приносила вам успех во всех делах. Ира и Андрей, это вот скромный тоже кирпичик. Мы тоже люди. Да, тоже люди. Любви вам. Поздравляю. Дорогие Ирина и Андрей, я являюсь сестрой Ирины. Ирина и Андрей. Ну, мы, в общем-то, могу сказать так, я уже достаточно долго плаваю. Там, где вы сегодня первый день плыли только в это море. Море любви, счастья, обаяния, я не знаю, там, детей в том числе. Я думаю, что это первый шаг в любом случае.
Ну, что вам могу сказать? Живите счастливо, уступайте друг другу обязательно, потому что это очень нужно в данной ситуации. Понимаете, да, совершенно верно, подсказывает твоя вторая родная сестра. Да, понимание тебе вам обязательно. Да, да, да. Ну, что могу сказать? Ну, счастья вам. Горько, да, еще раз горько, Тихо, я, к сожалению, сегодня без своей второй половины, сегодня вот мой брат... Четвертинка. А? Четвертинка твоя. Да, с четвертинкой. Да, но тем не менее, мой муж тоже присоединяется к поздравлениям. Эй, подарки не теряй. Счастья, добра, всего самого замечательного. Кирпич. Ну, а от себя лично я хочу вам пожелать в семье вот той слаженности и проникновенности, которая была в вашем первом танце. Вот потрясающий танец. Пусть у вас будет вся такая жизнь. И, естественно, благосостояние. Уже свой скромный вклад мы в это сделали. Да, на подносике. Спасибо, спасибо. Ну вот наш мотор оторвавшийся от лодки. Передает. Давайте, дорогие друзья, еще раз громко крикнем «Горько!» Это наше пожелание.